У тебя одинаковые предметы из Roblox, и ты не знаешь, что с ними делать? Тогда быстро переходи на StarPets, ведь у них на сайте появился крутой обменник. Бери и меняй несколько своих предметов на один крутой или наоборот. Получи с одного предмета кучу разных. Все делается очень просто, а главное быстро и безопасно. И тут можно покупать и продавать предметы из Roblox выгоднее, чем где-либо. Пользуйтесь, все ссылки будут в закрепленном комментарии. Да, друзья, всем здорово, с вами как всегда Бамбуку, Витька Панда, welcome, добро пожаловать ко мне в гости. Roblox, аниме, кликер, симулятор, будем, короче, фаниться, играть, будем аниме персонажи выбивать, надеюсь, тут есть Наруто, One Piece и так далее, да? А посмотрим, может быть, что-нибудь есть из токийского гуля. Ну что, ребят, всем удачи, всем приятного просмотра, на удачу, обязательно бамбуковый луицк. Ну что, с меня видосик, а с вас лайкосик, бенчик, погнали. Так, я вижу, тут у нас уже есть какой-то... Данжи там, да, смотрите, дом Хокаги. Данжи пустят, нет, в данжи, наверное, еще рановато пока, мисс. Так, на левую клавишу мыши мы кидаем сюрикены. О, рамен, ребят, смотрите, за робухи рамен есть. Что-то можно купить туда, получается. Какие-то свитки есть за 50 косарей. Это типа, наверное, у нас... О, фьюз, фьюзить можно. Это, короче, петы, наверное, 50 тысяч. Так, погнали кого-нибудь задамажим. Так, смотрите, вот здесь вот есть херо, герой. Я могу их 3 штуки поставить, но у меня пока мест ни одного нету. Так, вот, ниндзя. А, чумит, нифига себе он стреляет. Так, а если я просто кидаю? Не, надо именно целиться в них. Надо целиться вот так вот. В первого, во второго. О, я сюрикен. Я нашел. Смотрите, с них еще и шмотки валятся, обалдешечки. Так, у этого 20 тысяч ниндзя, офигеть. Давайте тоже убиваем. Так, заходим в оружку. А, ну у меня такой же он, ребята. Кьюбест, да. А, по двоечке снимает. Короче, с мобов также еще и падают. Ну, получается, оружие, да, у нас. ДПС, смотрите, справа у меня есть. По 300, по 400 где-то в секунду я рублю. О, еще кунай какой-то. О, кунай уже по трешечке будет снимать. Ну-ка, давайте. Ставим кунай. Так, а там самый дешевый, сколько у нас стоил? Так, это что за карта? Ниндзя. Это разные миры есть, да? Вот тут тоже слева я вижу уже... О, что-то коняшка. Мулайтик кунай. Маунт. А как его вызвать? Пока не знаю. Так, на F-ку у нас такой дэш есть. И, по-моему, больше нифигашеньки нету, да? А слева, смотрите, вижу здесь персонажи. Вон у нас там Наруто. И, кстати, из One Piece вижу Луфи еще есть. Стопудово будут какие-нибудь еще и луфики, друзья. О, бог ты мой, сколько у него хп там? Сколько? 7 миллионов? Вы что, прикалываетесь, что ли? Там какой-то супербосс. О, так у них у всех тут по 7 миллионов. Не, ребят, это сюда мне еще рановато. Может, я вот по этим могу еще? Сюда рановато, тут мне что-то пипец. О, двухголовый какой-то Саски. Бог ты мой, это что такое? Занс, ребята. Что, так можно было? Так, мне нужно внизу, по ходу дела, пофармиться. И там что-то какие-то другие яйца, ребят. Я не могу их никак купить. А, ничего. Так, ну давайте вот эти по 20 тысяч, да? По 20 косарей еще более-менее. О, ДПС, нифига себе, у меня уже какой крутой. О, я какой-то вообще крутой меч нашел. По пятере уже будет. Смотрите, он фиолетовый у нас. Интересный какой-то симулятор. Я таких пока еще не видел. Смотрите, он, короче, бьет вот так вот, да? ДПС 1000, 1300. Так, еще один сюрикен, еще один кунай. Так, а мне полтинник, да, по-моему, там нужно до... до того, чтобы купить какое-то яйцо. О, ребята, еще какой-то супер сюрикен. Семерка уже, тоже какой-то эпический, да? Не знаю, это, наверное, эпик какой-то. О, я вообще их тут ваншотаю. Так, ну мне надо вот этих крупных, наверное, ребят, дамажить. Так, по 1,5 косаря у меня уже. По 1,5 косаря ДПС. Приблизительно где-то плюс-минус. Так, 32 тысячи. Еще один сюрикен. Но это обычный. Обычный сюрикен нас не очень интересует. У меня только вот эти фиолетовенькие. О, еще один фиолетовенький. А их можно как-то интересно зафьюзить. Дивайн. Да, 5 штук их надо. Их надо 5 штук по ходу дела. И мы сможем все-таки что-то... Нифига, он здоровый уже. Смотрите, какие сюрикены здоровые. Вон я в него кидаю. Они прям в нем застревают. Святой бамбук. Так, еще один кунай у нас. Так, по 2 косаря мы быстро вырубаем. Сюрикенчик. Так, где они? Мне нужны большие челики вот эти. Так, 54 тысячи, ребят. Давайте, пойдем сейчас все-таки лупанем. Так, я хотел зайти глянуть. Двайн. Так, Evolve было 2. Confirm.
а станет 4. В два раза больше дома, кстати. Ну, неплохо. Получается, вот эти 7, наверное, можно будет превратить в 14, да? Рамен есть, можно похавать рамен. А, чумешечки, красота. Здесь у нас какие-то яблочки, помидорки. Здесь у нас геймпассы, можно будет что-то прикупить, да? Тут у нас... О! Суши-роллы, ребята, роллы. Так, здесь у нас огонек. В данжи надо еще попробовать зайти, да? Но и здесь таблица лидеров. Понятненько. Так, а зафьюзить? А, фьюзить это персонажи, наверное, надо нам. Так, давайте попробуем. Берем, смотрите, свиток. Прям как Наруто. Практически это, о, рарно. Это Сакура, ребята. Почти что Shindo Life, да, у нас. 1.1 у нас, да? А пауэр получается плюс 10%. Ну-ка, как мы их сейчас рубить будем? А нас их будет рубить? Нет. Нет, короче, мне просто бонусом дают. Мне просто дают бонусом. Так, а верхних я смогу? Нет. О, уже у меня вот этих фу сюрикенов. Ой, нет, это не тот. А, 3 штуки. Мне еще 2 штуки, я смогу их скрафтить. И мы с вами тоже какое-нибудь сможем уже крутецкое оружие. О, еще этот меч. Ништячок. Так, вот еще спавнится. Они что-то медленно спавнятся. И вот автокликер есть. О, еще один меч. А сколько у меня мечей всего уже? 3 меча и 3 сюрикена этих, да? Автокликер это, наверное, за бобухи. Ну да, кстати, за 300 недорого можно будет купить. Но это если мы будем продолжать в него играть, да? Так, еще там кунайчик обычный падает. Мне получается нужно вот только вот на этих. На двух. Я думаю, что рановато мне идти еще наверх. Мне нужно будет сначала выбить двух еще персонажей. Надеюсь, мне кто-нибудь там тоже рарный упадет. А у них будет какой-то буст, и после этого они мне уже нормально будут давать. О, смотрите, там оружка какая-то была. Фига себе. Ганбай или как? Банбай какой-то был. Так, еще один кунай. Так, и у меня 45 косарей, да? Давайте мы, наверное, сейчас еще одного возьмем персонажа. Так, как думаете, что нам сейчас упадет? О, какой-то буст 2%. Френдс, ребята зашли. Всем подписчикам здорово. Так, да, я думал, что-то рарное мне упало. Нифига, 40%. Сейчас опять, наверное, Сакура, ребят, выпадет, да? О, нет, Лего! Офигеть! И НАТО Лего. Ну, правда, здесь 13%. Я думал, что-то мифик получается еще дороже. 1.6 уже добавляют. Так, ну-ка, давайте глянем. По 3 косаря мы рубим, офигеть. Смотрите, как быстро я его убиваю. О, еще один, сколько уже, 5, нет? 4, нет, еще одного. Так, дайте мне еще один, дайте мне один, и мы его зафьюзим. Дивайн сделаем, ребят, и будет вообще огонь. Кунай, кунай, тихо, только мне оставляйте мне. Опять меч. Не то, у меня 4 тех, святой бамбук. Мне надо по 5 штук их собрать. Сейчас я их выбью. Во, меч у нас. Отлично. Меч берем. Дивайн. Confirm. Десяточка. О, это что такое? Flame Fun. Вот он, который я говорил, мне выпал. 15-ха. Офигеть. Вот это оружка. Прикольный, кстати, симулятор. Очуметь. Так, ну-ка, вот этих верхних я смогу уже колупать, либо еще не смогу. Так, тут кто-то денежку потерял. Тут кто-то денежку потерял. По 5 косарей. Да, уже нормуль. 300 тысяч у него, да? Смотрите. Так, а сколько, интересно, с него вывалится? У меня 31 косарик. О, еще один Flame Fun. Вы что, прикалываетесь, что ли? Еще одна Лего, что ли? Да, их два. Мне бы надо бы этих теперь еще. 3 штуки их, да? Было бы огонь. Так, 7 мультов, очуметь, 7 мультов, давай, колупаем. О, а что-то денег, кстати, немного далось мне. Денег вообще как-то далось. По 4 тысячи где-то дается, да? Это что такое? Инвентарь, бэк. А что сюда складывать? Я не знаю, что туда складывать, друзья. А у этих 30 мультов, вы что, с ума сошли? Так, а следующий уровень у нас, наверное, пис будет, ребята. Да, смотрите, за 500 тысяч... Пис, это с One Piece. Здесь у нас, вот видите, такие пиратики нарисованы. А денежек пока мисс нету, друзья. Босс! Дейдара, ребят, смотрите, босс. 78 мультов. Вы что, прикалываетесь, что ли? О, у меня пауэр, смотрите, 1.25 я уже нафармил. 1500 надо кликов, короче, накликать. И у меня будет, наверное, потом еще какой-то бонус. Так, нет, возвращаемся назад. Блин, прикольно деревня сделана, да? Только единственное, почему у нас такая...
глубокая ночь. Было прикольно, если бы здесь было какая-то это... голубое небо было бы, какое-нибудь прикольненькое. Так, по ходу дела надо будет фармить вот на этих вот челиков, у которых по 300 косарей. Так, а еще один флейм фан, отлично. Это самый интересный синий, нет, который с них падает. По 15, 5 штук соберу, будет, наверное, x2. Наверное, 3 цаха будет, да? Так, сворд падает. Наверное, будет 3 цаха, ребят, я не знаю. Так, а что там, на каком я месте? Паверс у меня, сколько паверсов? О, 17 тысяч. А, нет, там еще триллионы, я же думал, я на первом месте, что ли, на каком-то. Не, мне дофига еще, ребят. Мне просто дофигища. Так, единственное, мне бы вот этих бы флейм фангов, вот этих вот оружек повыбивать, да? Флейм фан, да. О, подписчики зашли, здорово, ребят, всем здорово, всем бабукову привитули. Сами хада мне падает. Сами хада, десятка, да? Не, у меня лучше. Короче, у меня лего. Не, пока вместо, да, оставляем ее. Мне надо 3 леги еще, 2 леги. Две леги, ребят, нужно выбить. Всем привет, ребят, всем подписчикам приветули. Залетайте в гости, постоянно мы пилим что-нибудь вместе, видосики. О, ништячок, последний остался, да, по-моему? Да, последний. Ну, что-то они часто падают. Я думал, будет реже. Падают довольно-таки часто. Все, я все собрал. Так, а теперь бахаем. Хлобыська. Трицаха будет? Да, трицаха, очуметь. Ну-ка, какой ДПС у меня? 30 косарей, очуметь. 37, 38, вон там справа, 40, 43, 50, практически до полтинника. Можно скрин, конечно, можно, делайте, ребят. Делайте, делайте, скринчики делайте. Так, и у меня 115 косарей. Все, сделали? Делай, только быстренько. Скринчик, скринчик, а меня там видать? Нет. Мне, наверное, из этой... Какая, нифига себе, лего, ребята. Супер-мега-лего, да? Так, ну, нам нужно теперь возвращаться. Так и не понял, зачем вот этот у нас инвентарь здесь. Так, о, бог ты мой, смотрите, сколько персонажей. Хината. И вот, короче, первые это обычные, потом типа эпические, потом легендарные, потом какие-то мега-легендарные. Вот это мифик, наверное, какие-то, да, радужные. Так, ну, мне хватает еще на 2 яйца. Ну, здесь они не яйца, здесь скроллы. Давайте посмотрим, что там падает. Ну, надеюсь, что какой-нибудь эпик, может, выпадет еще. Один, опять рарный сакура. И еще разок, сразу побежали. О, кика, ребята, типа кика, да? 1x3. Уникюб и кьюб бест. Ну да, нормуль, нормалек. Так, ну-ка, как мы их сейчас быстро будем рубить? Офигеть, я их, ну, не ваншоту. Блин, капец, эти флеймы тут падают с каждого. Я думаю, мне надо уже вот на этих, на 7 мультов, ребята. Так, сколько с него вывалится? 34 косаря. Сейчас посмотрим, сколько с него упадет. Ну а что, веселый довольно-таки симулятор. Я в такой ни разу не играл. Ну, похож на симулятор питомцев, да, наверное? И аниме Fighter симулятор. Давай, давай, давай. 34 косаря было. И падает. Ого, 79. Короче, 40 тысяч. Плюс-минус где-то 40-етник, да? И вот так он и стреляет тоже. Смотрите, можно сдалека. Не обязательно вплотную подбегать. По 50 тысяч, у меня ДПС за сотку уже. Ребят, 106, 110, 112, 115, 120 косарей, 130, надо автокликер поставить какой-нибудь. 140, до 150 дотяну, 150 ДПС, офигеть. О, а что он какой-то по-другому как-то светится, нет? Или так же светится? Нет, 15, 15, а я еще могу диван. О, мне нужно 3 вот таких, и я еще смогу зафигачить, ребята, да? И он будет, наверное, 30 плюс 30, наверное, уже 60 будет, очуметь. Но вот эти старенькие мне уже, по ходу дела, не нужны. Конечно, можно было бы босса еще попробовать. Так, а это что такое у нас? Ранг массив, ранг, ттр пауэр. Надо 67 тысяч набрать, и у меня будет стартер x3 уже, да? Ранг ап стоит 80 косарей. Короче, еще и ранги можно, получается, апать, да? Хм, интересненько. О, а я думал, это сундук какой-то. Нет, это не сундук. Короче, друзья, вот такой вот симулятор. Ссылку оставлю в описании. Кто захочет, поиграет. А мы тут пойдем еще с подписчиками немножко пофармим. Ну что, ребят, всем спасибо за просмотр. Всем хорошего дня и всем покедова. I like it, yeah.